Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и на продажу выложили одну из самых фармящих машин в этой игре, но, по моему скромному мнению, одну из самых бестолковых. Но единственное, действительно, чего достойна эта машина, так это похвалы за то, что научит вас ездить задом вперед, потому что вперед она едет крайне туго, а назад двигается довольно-таки неплохо. Да-да, ребята, это именно он, Конор Гневный, на продажу выложили за 2500 золота. Это пятерка с довольно неплохим коэффициентом фарма, и если ты типа хорошо отыграешь, то получишь много серебра. Но на Коноре Гневном я, честно говоря, не видел, чтобы отыгрывали хорошо и делали действительно крутые какие-то победы. В комплект есть положенным еще 10 сертификатиков на X5, есть сертификат на скидку в 10% на покупку 5 левела, но согласитесь, 5 левел не такой уж и дорогой, поэтому вообще ни о чем, ровно как и 25% скидка на исследование танка. Ну, слот в ангаре, само собой разумеющийся, и открытое все оборудование, которое на 5 левеле дешманское. Вот такое вот предложение за 2500 золота. И я, честно говоря, думаю, что как минимум в процессе новогодних аукционов, точнее волн новогоднего аукциона в этом году, 2500 золота лучше, ребят, приберечь и добавить к чему-нибудь годному, а может и приобрести что-нибудь годное. Ну вот, допустим, сейчас я думаю, что уже сменилась цена на Т26Е5, который на аукционе сейчас стоит 3000 золота. И, возможно, если есть еще остатки, то лучше купите себе эту машинку, потому что 500 голды вы доплатите, но получаете себе не пятерку, а восьмерку, которая действительно неплохо отыгрывается, ну и доставляет так или иначе удовольствие от игры. Вот такое вот предложение есть в магазине, может быть, кому будет интересно, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Пишите комментарии по поводу Конора Гневного, и будете ли вы его покупать, и видите ли вы в нем какую-то ценность. А еще подписывайтесь на канал, если вы за честность. Ну а на моем канале вы найдете видео и будете смотреть видео в будущем исключительно с честным мнением по поводу товаров в магазине, и я никогда не порекомендую вам приобрести что-либо, что потенциально может вас расстроить, допустим, как Конор Гневный, если вы не коллекционер. На данный момент, ребят, у меня все, подписывайтесь на канал, отправляйте донатики по ссылке в описании, ну, либо кидайте подарочки через игровой магазин. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.